Адмиралтейские верфи готовятся к строительству третьего траулера для русской рыбопромышленной компании. Сегодня начали резку металла. Первый и второй траулер будут спущены на воду уже весной следующего года. Всего таких судов будет 6, и все они строятся по госпрограмме инвестиционных квот. За каждым закрепят право на вылов 170 тысяч тонн ментая в год. Основные зоны промысла расположены в Беринговом и Охотском морях. Тренерский штаб сборной России по футболу назвал состав национальной